В преддверии новогодних праздников в мэрии прошло совещание с руководителями управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Суть мероприятия проста. Предстоящие каникулы ничто не должно омрачать. То есть, если произошла авария на сетях, устранить ее нужно за 24 часа. В ближайшие дни необходимо закрыть все подвальные и элеваторные помещения, чтобы лица без определенного места жительства там Новый год не отмечали. На период праздников управляющая компания обязана своевременно вывозить мусор и снег, если последний выпадет. Всеми управляющими компаниями на праздничные дни организовано дежурство. Такие же дежурства организованы в рамках управления жилищно-коммунального хозяйства и в рамках всех ресурсоснабжающих организаций. Было выдвинуто требование о том, чтобы все эти дежурные звенья действовали оперативно и аварийные ситуации устранялись как можно быстрее.